и раздался такой взрыв, кошмарный. Я не поняла, что со мной случилось, у меня до сих пор голова вот кружится. Посмотрела, я думала, у меня стекла тоже полетели, там все что-то такое. Я не поняла сначала вообще, что произошло. Потом посмотрела, троллейбус дымится, все дымится, и я боялась, что водитель погиб. Но народу...